Отцы! Да здравствуют отцы! Поздравляю всех! Папаш, папуль, бать! Сегодняшним днем отца в России, 20 октября, 3 воскресенье 2 месяца осени. Сегодня, надеюсь, футбол будет соответствующий, настоящий такой папашин, отцовский, батин. Ну и, кстати, предваряя публикацию нами составов, сразу могу сказать, что сегодня у Енисея впервые в стартовом составе в день отца сразу двое Тихоновых. Ну и, конечно, Манеж, да, об этом тоже надо сказать. Сегодня дебют в этом сезоне Манежа в Красноярске. Пожалуйста, Владимир и его трель над искусственным газоном футбол-арены. Но я думаю, что привыкнуть к домашнему Манежу, пускай это такой парадокс, забивать должна была Уфа в этой атаке. Первый 100% без оговорок голевой момент матча. И Пасевич сейчас заводит себя и партнеров. Ребят, давайте продолжать. Именно так расцениваю я этот жест. Шамов, Егор. Только три футболиста в лиге забили больше, чем Ломакин и Савельев. По центру ворот первый в створ. Баклов спокоен. Разогреться важно. И такие удары вратарю. Фундамент набора очков имеется. Перехват, ошибка в простой ситуации сейчас. Ошибается Ушатов. И это может привести к чему? К спасению. И снова Шамов после удара Агияна. Как же Ушатов подарил-то мяч. И сейчас претензии Егор по делу предъявляет полузащитникам. Ребята, давайте жить лучше. Чуканов. Глубже при Тихонове в этом сезоне стал действовать Андре. Опорный полузащитник скорее. Баклов надежен. Слева Мазурин проверил на месте. Первый номер Уфы. По сегодняшней игре и то хлеб. Убрал Стоцкого. Енисей. Одна из последних атак матча. Михаил Тихонов. И вот он шанс, и гол! И летят с трибуны футболки Енисей. Все-таки усилиями Окладникова добивается победы. Баклов отмечать день рождения будет, но, наверное, с настроением минорным. Да чего там, без наверное. Не дотерпела Уфа. 20 секунд оставалось. Навес! Навес замечательный. И Окладников в одиночестве затылком в угол ворот. Между защитниками это хлеб нападающего. Ну а Шипунов отдал мягонько, удобненько. Не зря я его хвалил. Празднует Енисей, скамейка запасных хозяев. Львы в концовке все-таки прыгнули. Спящим львом Енисей большую часть сегодняшнего матча выглядел. Но в концовке Шипунов отдает. Окладников забивает 3 очка. Енисей набирает снова дома